Дистанция в 900 километров и почти две недели пешком по маршруту Золотого кольца России. Путь к новому мировому рекорду знаменитый путешественник из Москвы Дмитрий Ерохин проложил и через наш город. 14 мая ультрамарафонец стартовал в Ярославле и теперь движется по маршруту, совмещая бег и ходьбу. Между городами я бегу, где посмотрю в горки, я иду, на шаг перехожу, я взял с собой трекинговые палки, могу нордической ходьбой пройти. Если я устал, то на шаг перехожу в городе, я иду, как правило, шагом в дневное время, поскольку бордюры, светофоры, людей много, чтобы не травмироваться. За плечами Дмитрия десятки марафонских и ультрамарафонских дистанций по всему миру. В ноябре прошлого года он установил мировой рекорд. Несмотря на снег, холод и слякоть, за 11 дней преодолел 777 километров, пробежав 9 городов Золотого кольца России. Все это в честь полувекового юбилея знаменитого маршрута. Дмитрий рассказывает, что в этом году решил улучшить собственный результат и сравнить осенние впечатления с весенними. Рюкзак с минимальным количеством одежды, бутылка воды, телефон. Практически все, что Дмитрий взял с собой в дорогу. Все передвижения путешественника отмечаются в специальном трекере. С его помощью в интернете за ультрамарафонцем наблюдают более 100 тысяч человек по всему миру и отмечаются этапы рекорда. Движется Дмитрий один по навигатору. Про городские достопримечательности узнает из приложений в телефоне. Тут же про них читаю, могу остановиться, сфотографироваться. Ну, сразу делюсь с друзьями в социальных сетях. То есть я не просто как спортсмен бегу, я еще больше даже путешественник. Что узнали, да? Ну, памятник Михаила Фрунзе, ну, разные интересности даже. В феврале 2018 года в список городов Золотого кольца России добавился и древний Углич. Благодаря этому увеличился маршрут Дмитрия. Именно Углич больше всего и привлекает путешественника. Если там на Владимир я приезжал сюда и на соревнования по ориентированию, на беговые, приезжал в этот город, то и другие какие-то города как-то был, все равно смотрел другим. Углича совсем не видел. Вот я, мне интересно, какой он. Из Владимира ультрамарафонец отправился в Москву. Там на нулевом километре он развернется и двинется на Сергиев Посад, Ростов, Углич. Финишировать путешественник планирует 27 мая в Ярославле, откуда стартовал. Маргарита Махрова, Михаил Пименов, 6 канал.